Сезон открыли. Мы приехали на охоту, на открытие охоты. Ну, у нас открытие, папа уже не первый раз едет. С 23-го, по-моему, числа, если я не ошибаюсь, здесь открывается охота, апреля. Приехали на Вальшнапа. Вот у нас теперь банда. А где вы забуксовали? Да там, где и Вася. На той первой луже? Забуксовал, что я ехал на заднем приводе. Я нигде не включал. Помашите всем привет. Всем привет. Помашите всем привет. Да. Увидите себя в Ютубе. Наша банда. У нас теперь пять. Теперь думаю, что маловато. Среди них один алкаш. Да-да-да. Пап, мы на Вальшнапа приехали, да? Да. Мы на Вальшнапа. Сзади у тебя тушь. Все есть у нас, все есть, да. Папа у нас охотник со стажем. Тебе ни о чем. У меня, видишь, хоть... Да, да-да-да. Ружья все зарегистрированы. Мы так, больше послушать эту красивую птичку. Марина, а вот и я за кадром. Сюда знать будете, снимай потом. Я. Хорошо. Я очень люблю, когда эта птичка летает. Красиво у нас. 43-45. Вон, бирка висит. А, да? Нет, это цена. Звонить. Звонить. 44-46. Я обмундировалась в этом году. Подготовилась. Ногти покрасила. Ногти покрасила. Короткие, смотрите. Балаклаву мою положи на место. Это моя балаклава. Да. У меня все теперь есть. Я подготовлена дисплинкой. У меня это... У меня же, говорят, пусть как его? Поправь. Вода непроницаемый. Сейчас, подождите, ну, полное мундирование покажу. Я видел, да, как сам подготовилась. Как дал, блядь, как дал, что как жопа держит. На жопе у меня. Ты как та щука, блядь. Ты медленно едешь. Да нету, нету, ее так хуй уже не блестит. Я так знал. Уже не блестит. А ты сюда на тормозу. Это мой личный конь. У меня тормоза есть. Все равно, все?